Вода. Она хранит в себе тайны природы и мироздания. Покрывает 70% планеты, и на эти же 70% присутствует в нас. Вода сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Дома, на работе, на прогулке или в дороге. Утоляя жажду, мы пьем воду, не задумываясь о том, насколько ее качество влияет на наше здоровье и самочувствие. Безусловно, важно, чтобы у нас ежедневно была возможность пить максимально полезную и безопасную воду. Где бы мы ни были, чем бы ни занимались. Именно для этого создан Coral Mine – самый простой и доступный способ пить качественную воду, оптимальную для нашего организма. Отправимся на самый юг Японии, остров Окинава, на родину Coral Mine и древнейших коралловых атоллов, окруженных кристально чистыми водами Южно-Китайского моря. Окинава – живописный коралловый остров с бирюзовыми лагунами, богатейшей подводной жизнью и первозданной природой. Это уникальное место хранит в себе секрет долголетия. Во всем мире Окинава известна числом своих долгожителей. В деревнях Окинавы проживает множество людей в возрасте от 80 до 115 лет. Большинство из них ведет активную жизнь без заболеваний. Здесь, в живописном месте у самого океана, и производят продукт для универсального улучшения качества воды Coral Mine на основе измельченного природного коралла. Скелет коралла по своему генному составу очень похож на человеческий и представляет собой богатый комплекс минеральных солей. В основном это соли кальция и магния. В его состав также входит калий, железо, фосфор, сера, кремний, хром, марганец, цинк и многие другие минералы. Польза кораллового реликтового песка накапливается столетиями. Завершая свой естественный цикл жизни, коралл оседает на морском дне, образуя отложения, обогащенные всем спектром минералов, которыми богато море. Японское правительство имеет эксклюзивные права на регулирование добычи древнего коралла Окинавы. Процесс добычи не причиняет вреда росту новых коралловых рифов, сохраняя экологический баланс. После тщательного отбора сырье отправляется на завод, где по специальной технологии промывается, стерилизуется, просеивается и затем упаковывается в однограммовые бумажные саше. Помещенный в воду саше Coral Mine обогащает ее полезными минералами в биодоступной ионной форме, тем самым обеспечивая ее физиологическую полноценность. Употребление воды с Coral Mine благотворно влияет на общее состояние организма. Его уникальный синергичный минеральный комплекс регулирует водно-солевой баланс, способствуя нормализации жизненно важных функций и систем организма. Первые упоминания о пользе коралла для здоровья датируются 9 веком нашей эры. Современные ученые начали изучать коралловый песок еще в 80-х годах, добавляя его в крекеры и анализируя степень усвоения кальция пожилыми людьми. Далее последовал ряд научных работ, которые определили современное понимание позитивного влияния коралла на организм человека. Исследования продолжаются и сегодня, и они раскрывают новые детали благотворного воздействия Coral Mine на воду. Последнее исследование было организовано профессором Ерманом, главой Института Бион в Словении, где изучают методы улучшения свойств воды уже 28 лет. Результаты, которые показал продукт Coral Mine, удивили даже профессора, и он готовит к публикации научную статью на основе этих исследований. С продуктом Coral Mine у каждого в мире есть возможность пить воду оптимального качества. Ведь человек — это то, что он пьет. И улучшая воду, мы каждый день улучшаем себя.